Евгения Кузьмина решила баскетбольный мяч променять на мяч по американскому футболу. Ее подруга играет в любительском клубе «Медведи». Первая тренировка, делится впечатлениями, спортсменка прошла на ура. Решила остаться в команде и помогать девушкам завоевывать медали в национальном чемпионате. Здорово, очень, очень классно. На самом деле я уже давно спортом занимаюсь, вот, но вот очень хочется еще побегать, мяч половить и правила послушать. Как мяч ловить, объясняют все и вся, ребята. Вот прям вообще максимально, чтобы пальцы не выбить. Видите, мне даже перчатку дали, мне все дали. Я вон какая нарядная, красивая. Вот это радует, конечно. Записаться в мужскую команду и попробовать свои силы на тестовой тренировке пришел Илья Ястребов. Летать по полю как птица, заносить мяч в зачетную зону, сбивать соперника с ног в обороне – по душе самарскому студенту. К «Медведям» пришел в первую очередь воспитать мужской характер, нарастить физическую силу, только потом завоевывать медали на соревнованиях. После первой тренировки убедился – выбор вида спорта сделал правильный. Особенно впечатлила экипировка. Первое впечатление было необычно. Так прям почувствовал себя профессиональным игроком. С первых секунд тренировка завораживает. Так хочется продолжать заниматься. Прям такие эмоции приятные, но только вызывает. Очень интересно. Еще благодаря тому, что я здесь занимаюсь не один, а со своими друзьями. В спортклубе «Медведи» американским футболом занимаются мальчишки и девчонки от 7 лет и старше. Тренировки проходят на поле для сокера парка Гагарина по средам в 8 вечера. Домашняя арена во время соревнований – стадион «Локомотив». В этом году Мишки отмечают юбилей – 5 лет со дня основания. Медальная копилка пополняется от сезона к сезону. Юниоры есть от 12 до 16 лет. То есть они, кстати, вот заняли до 16 лет, которые заняли у меня третье место в первенстве России. В этом году у нас в Самаре состоялся последний тур закрытия. Младшие дети заняли тоже третье место, бронзу взяли, и старшие золото взяли. Американский футбол в губернии пока представлен только двумя самарскими клубами. Буревестники сражаются за Кубок России и в первенстве первой лиги. Во второй хозяйничают «Медведи». На подходе рождения третьей команды. Американский вид спорта хочет осваивать и молодежь в Тольятти. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.